Двери нашего медицинского центра на Ленина 44 открыты ежедневно с 7 утра до 8 вечера. Но раз в год в полночь они открываются для самых необычных пациентов. Принимайте согласно рецепту. Спасибо, доктор. Отцы, отчи, а чё написала? Кто следующий на заточку зубов? Я следующий. Здравствуйте. Сейчас подождите прям 5 минут, у нас тут сложный случай. Я зайду за ними попозже, смертный. Хорошо. Что, никого? Вы на сдачу? Нет, я на дегустацию. Как же вы так умудрились, голубчик? Да споткнулся, пока пытался разобрать, что в этом рецепте написано. Обычное дело. Ну что ж, месяц в гипсе, и выпишу вам рецепт на костыли. Не-не, не надо ничего писать, я запомню. В новой медицине на Ленина 44 каждый может рассчитывать на качественное медицинское обслуживание. Ведь главное для нас – ваше здоровье и красота. А вот тут что написано? Отсылка к цену. Дорогие наши пациенты, любимые мои сотрудники, хочу поздравить всех с 16-летием медицинского центра на Ленина 44. Нам 16 лет. За эти годы мы росли и развивались для вас, наши дорогие пациенты. За эти годы мы стали стабильной и прогрессивной медицинской организацией. За эти 16 лет многие наши пациенты стали нашими настоящими друзьями. И что приятно, нам доверяют свое здоровье пациенты из разных городов. И Орехово-Зуево, и города Московской области, и города Владимирской области, и даже из города Москвы приезжают к нам. Нам очень приятно. Спасибо большое вам за доверие. Я хочу пожелать всем нам и нашим сотрудникам, и вам, мои дорогие пациенты, прежде всего здоровья, мирного неба и семейного благополучия. И помните, мы всегда рядом.